Уважаемые члены Совета Федерации, по Конституции в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 178 мест. К сожалению, 6 мест пока не заполнено. Вакантно. Присутствует из 172 162 членов палаты. Таким образом, Совет Федерации правомочен начать свою работу. В соответствии с Российской Конституцией, первое заседание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации объявляю открытым.